шикарная вишня какая. В селении Светлый Путь здесь мы остановились, решили купить чебуреков, чтобы не заморачиваться с обедом. И вот прямо после дороги такая шикарная вещь. Ну не знаю, может быть сладкое, я не пробовал, потому что дорога пыльная получается. Просто отягощает. Здесь же рядышком на улице Красной, возле Ладного дома, еще одна такая вишня. Никто не собирает. И вот у хозяина на участке она растет. А вот это тютина. Тютина. Чего ж мои дети сидят, ничего не собирают? Смотрите, какие шикарные ветки. Просто все усыпано. Само собой, грецкий орех. Вот такие придорожные заметки у меня получились. О. Сейчас попробуем Гастагая, людям расхвалим. Это расхваливай Светлый Путь, бомба чебуреки. Светлый Путь Ленина, так да, называется? Светлый Путь Ленина. Отлично. Как на Темрюк, не как на Краснодар там чебуречка есть, а как на Темрюк поворачиваете, ага. Два квартала на третьем справа с левой стороны, цветы и чебуреки, самые вкусные в крае. Ну вот наше субботнее путешествие закончилось, Темрюк. И что мы там приобрели из природных даров? Кукурузу и персик. Кочаны кукурузы по 25 рублей за штуку. Почетки. Кочаны, наверное, на Кубани говорят. Персики, а в России? Персики. Персики нам пытались продать по 60 рублей. Оксана торговалась за 40, а денег у нее оказалось за 30 рублей килограмм, короче, она купила. Вот. Мой любимый коньяк. Это не реклама, а просто факт. И чебуреки по пути мы купили. По 60 рублей здоровенные, в тарелку не вмещаются. С сыром и с мясом. Сыр пошел. В общем, день нездоровой пищи у детей. И яблоко. И вам это нравится?